Здравствуйте, с вами «Цифры». Сегодня деревянных домов, построенных в стиле русского классицизма, уцелело очень мало, а при современных темпах строительства их остается все меньше и меньше. Архитектурное наследие старой деревянной Самары, застроенной купцами, ремесленниками и мещанами, уникально. Народное зодчество Самары с образцами прорезной, рельефной и накладной резьбы – это феномен архитектуры и градостроительства, не имеющий аналогов во всем мире. В исторической части города практически не осталось деревянных зданий уездного периода застройки. Виной этому послужил страшный пожар в 1853 году. В целях безопасности под деревянную застройку отвелось только 35 кварталов нового старого города. Вверх от Самарской до Огибалова и от Красноармейской до Полевой. Они находились на безопасном расстоянии от главной улицы и хлебных амбаров. Основную массу жилых домов составляли избы пятистенки. Внешний облик таких домов, вынесенных на красную линию улиц, лаконичен и прост. Художественная выразительность домов достигалась удачными пропорциями фасадов и их элементов – оконных проемов, наличников, крылец и дверей. В архитектуре домов русского стиля символические знаки, обереги превращались в декоративные детали, располагающиеся в основном вокруг окна. Известный многим горожанам дом купца Левина на улице Самарская, 106, является типичным представителем самарского типа жилого дома. Первый этаж всегда строился каменным. В нем, как в несгораемом помещении, располагалась лавка для торговли, людская для приказчиков и прислуги. Второй этаж деревянный, по моде тех лет, которую диктовали купцы. Они справедливо считали, что в деревянном сооружении легче дышится. Пышные узоры резных виньеток составляют опоясывающее здание фриз под крышей, а оформление каждого окна сделано в виде двойного яруса. Эти же накладные элементы используются и при декорировании крыльца. В нашем городе немало деревянных домов с карнизами на кронштейнах в форме конских голов. Конские головы устанавливали на коньке дома, чтобы отгонять злых духов. Шатры, сужающиеся кверху четырехгранные пирамиды, на вершине которых устанавливаются высокие шпили, ведущая тема в самарской архитектуре не только деревянных, но и каменных домов. Таковы дома номер 182 на Самарской улице и номер 78 на Ильинской, ныне Арцебушевской. Но, пожалуй, наиболее оригинален двухэтажный дом номер 73 на Арцебушевской с балконом, нависшим над входом. Резные колонны балкона поддерживают высокий шатер сложной конфигурации с остроконечным шпилем. Криволинейная деревянная конструкция барочного профиля – характерная деталь этого очень ветхого кирпично-деревянного дома. На улицах Старой Самары можно встретить и большие двухэтажные деревянные дома, но это скорее исключение из правила. На Театральной площади, площади Чапаева, под номером 171, в ряду разностильных домов стоит еще двухэтажный, обшитый досками дом Поплавского. Деревянная архитектура стимулировала появление нового стиля в каменной архитектуре. Каменная архитектура влияла на деревянную, еще не освободившуюся от архитектуры эпохи классицизма. С вами была Анна Седова и программа «Цифры». До новых встреч!